Приветствую вас на своем канале. Видео будет про Passat B3. Снял я, короче, форсунку с Passat B3 89 года выпуска. А вот сама форсунка. Вот такая вот форсунка. 89 года выпуска. Я сам не знал, что есть разница в годах. Вот именно эти форсунки. Вот это вот с 89 года выпуска. А вот это вот с 91 года выпуска снято. И вот вам разница, блин, а я-то сам не знал, что они отличаются. Бош, возможно, даже стоит с таким вот номером. Может, кому номер нужен будет. Не знаю, будет на камеру видно или нет. Вот Бош. И вот эти все номера. Может, кому нужно будет. А здесь вот из 91 года выпуска. Почему-то без номеров. Вообще никаких номеров нету. По крайней мере, я не вижу. Вот такое отличие. И посадочное место. Смотрите, насколько она толще. Вот это 89 года, а это 91. Насколько она толще? Вот, ну, внизу имеется в виду. Ну, естественно, посадочное место тоже отличается. Здесь запоминаем. Вон какая дырень внизу, да? Вон по кругу, вон в самом низу дырень какая. А вот это уже крышка верхняя. Вот 91 года выпуска. И вот такая разница. Я хотел форсунки поменять ради интереса проэкспериментировать. Но что-то желание пропало. Работает и пускай работает, правильно? Зачем мешать, когда оно все работает? Ну, это видео было на всякий случай, если тоже кто не знал, как и я, что форсунки отличаются по годам тоже. Вот 89 год и 91 год снятые именно вот эти форсуночки. И не забывайте подписаться на YouTube канал Kirmanbai. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.